Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Ягут в Америке, и на моем канале я показываю ваши заказы, которые вы через меня можете разместить, и я отправлю в любую вашу страну. Сегодня хочу вам рассказать о сумочках GAPS. Как предмет, она у нас одна сегодня будет в видео, но предмет для примера, так сказать. Но я вам оставлю ссылочки, где мы их находим. И у нас уже были сумочки GAPS, которые мы заказывали на разных сайтах, об этом по порядку. Сейчас конкретно вот об этой сумочке. Эта красотка была заказана с сайта производителя. Именно вот так он и пишется. GAPS, правда, .it, Italy, итальянские сумочки. Я оставлю ссылки вот на два сайта, где можно находить такие сумки, в первом комментарии. То есть вы когда зайдете в комментарий, первый будет как раз закреплен вот про эти сумочки. Вот эту красоточку я собрала сначала как трансформер, чтобы вы посмотрели, во что она может превращаться. Ну, вот об этой малышке, которая здесь сбоку висит, тоже по порядку все расскажу. Вот такие у нее красивые ручки. Они кругленькие, вот с таким вот глейдингом здесь черным. Сумочка превращается. Я даже не знаю, как правильно сделать у нее, где ее, так сказать, лицевая часть. Где вот здесь вот наклеечка GAPS или где вот этот GAPS. Ну, наверное, как-то вот это больше кажется. Ну, вот эта сумочка прикреплена на внутренней части. Ну, она на кнопочках имеет свои ручки. Сейчас я их покажу поближе. Которую вы можете перевесить, куда вам хочется. И также она имеет длинную ручку, как и большая, они разные. Которую вы можете носить отдельно. Вот эту сумочку я так закрепила, чтобы вы на нее посмотрели. А теперь показываю вам, как она превращается совсем в другую сумку, если отстегнуть. Вот эти четыре кнопочки, две с одной стороны и две с другой. Вот этот хлястик, он здесь фиксируется. Вторая кнопочка тоже расстегивается. Хлястик, чтобы он не болтался, тоже фиксируется. Вот эта боковая кнопочка расстегивается. И здесь они уже не фиксируются, вот эти хлястики, они вот в свободном полете, так сказать. И внутри отдельным, так сказать, предметом идет вот такая вот... Вот такое кожаное донышко. Вот, когда вы делаете из нее форму, которая была у нас первой к обзору, то это донышко вам нужно. А если вы ее превращаете вот в такую сумку, шопер, уже не как бананчик, то вам это донышко не нужно. Вот так вот она превращается. У нее обалденная лаковая кожа, причем она такая с эффектом старения, знаете, вот такое, как будто ее пожамкали. Вот я надеюсь, вам видно вот эти все загибы на ней. Необыкновенно приятная на ощупь. Вот так вот у нее эти ручки смотрятся. Внутри конкретно вот эта сумочка имеет замочек на задней стеночке и вот такие классные кармашки на передней стеночке. Это накладные карманы. Потом к большой сумке, ну, в принципе, вы можете и не обязательно, что к большой сумке, я имею в виду, можно и вот к этой маленькой, использовать вот такой вот, смотрите, какой красоты длинный ремень. Его, причем, вы потом можете использовать на многих других сумках. Вот конкретно в этой комбинации он есть. Он сейчас вдвое сложен, то есть он не длинный, но вообще, если его растянуть на удобную вам длину, то любой размер может вам подходить, потому что он регулируется. Вот здесь тоже у него на карабинах написано GAPS. Вот, не знаю, кверх ногами я вам показываю, вот так, наверное. Вот, пришла эта сумочка, так, ну вот с этим донышком, с этим ремнем, вот в таком вот пыльнике GAPS. Такие классные сумки. Он даже пыльник сам по себе, как пляжная сумка, можно использовать. Но удобно так, что в нее положила, его можно подвесить, этот пыльничек. Ручечки здесь как раз очень нам нужны. И конкретно у этой сумки, сейчас перейду к цене, есть вот такое вот шикарное дополнение. Но вот эту сумочку девочка выбирала на сайте GAPS без скидки, мы ее покупали. По ссылке вы их найдете. Называется вот это Leo, по-моему, G3 Leo. И именно в этом цвете ей хотелось. Вот эта сумочка присутствует. $498, по-моему, долларов. А в других цветах эти сумочки
можно купить дешевле, около $300, уже вот без этой сумочки. И это цены без скидок. Дальше я вам скажу, где мы находим такие сумки со скидками. Ну, а пока рассматриваем вот эту красотку-сумочку. Она вот на таких вот ручечках, которые сами по себе на клепочках. Вот здесь вот вы видите. Так, причем с одной стороны только клепки расстегиваются, вот с этой. Ну, этого, в принципе, достаточно, чтобы ее отсюда снять. Я уже не буду их расстегивать и снимать. Просто размерчик вы видите, какая она приятненькая. И открыв вот эту кнопочку, мы можем извлечь из нее длинный ремень. Вот такой вот тоненький. Он навряд ли подойдет, мне кажется, к большой сумке. Но вот к этой малышке. То есть, это, грубо говоря, девочка купила две сумки. Здесь кожа вот такая вот. На подкладке не обработанная. Ну, вернее, обработанная, но вот эта кожа без подкладки. Вот какая у нее обработанная часть лаком с этой стороны, то с этой стороны вот шкурка кожья. Кожья шкурка. Вот это я сказала. Ну, вы меня поняли, что я имела в виду другая сторона кожи, которая замшевая. И вот таких красоток я с этим брендом не так давно сама познакомилась и вас познакомила с этим итальянским, когда девочка впервые заказала сумочку на сайте YOOX. Вот там, но не обязательно такие, какие-то другие сумочки приходят со скидками. Парочку раз у нас уже мелькали, не знаю, последняя, которая приходила, показывала я вам ее или нет. Надеюсь, что показывала. Потому что там можно выбрать с хорошими скидками, но на сайте YOOX смотрите, что там доставка бесплатная от 250 только долларов, а так, по-моему, $11 там доставка. Но, тем не менее, на оба эти сайта я ссылки оставлю, поэтому, если кто-то любит этот бренд, потому что раньше была возможность летать в Италию и такие итальянские сумочки оттуда привозить. И многие так и поступали, и, соответственно, этот бренд стал вашим любимым, а теперь... Ну, как их заказать? Можно через меня заказать. Она приходит ко мне в Америку. И я спокойно вам пересылаю в ваши посылочки. Причем новость такая, что... Помните, я вам говорила, что таможню с 1 апреля уменьшили на 200 евро. Все, вернули назад. До 1 октября мы совершенно спокойно отправляем большие посылки, не опасаясь. Потому что многие собирают посылки до 15 килограмм. И мы можем отправлять такие посылочки, потому что у нас до 1000 евро увеличился. Ну, вернее, опять назад вернулся, продлился до 1000 евро лимит без таможенного ввоза частным лицам. Поэтому вот такие новости я вам рассказала. Надеюсь, вам эта красотка понравилась. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Всем доброго. Пока-пока.